Всем привет, это SB1813 или просто Саймон, и что-то давно у нас не было роликов. Хотя я обещал, что буду делать ролики по Visual Kei, и не только по Visual Kei, и по играм я хотел делать ролики, и как обычно, что-то у меня все это затянулось. Плюс, опять же, если следите за мной хоть где-нибудь, то сами знаете, у меня там беды с башкой и все дела. Но как-то вот сегодня я решил записать, потому что меня сегодня вы не увидите, но много услышите. В общем, ролик по Visual Kei, нашему любимому, я решил сделать, и интересная идейка была. Да, еще этот ролик будет без сценария, потому что он немножко будет похож на React на самом деле. Ну, в том плане, что мне самому тоже интересно это узнать. То есть я заранее сейчас это не видел, не прописывал, так что вместе с вами будем это, собственно, смотреть. Просто я это буду делать немножко в другом формате и, наверное, больше немножко про это рассказывать, опять же, свои какие-то мысли. Фишка в том, что мы на стримах, которые проходят тут и на Твиче, теперь, наверное, будет проходить, да, ссылочка в описании, все дела, мы посматриваем иногда деятелей, опять же, музыкальных и не только музыкальных. Вот есть такой великолепный мужчина с каналом, который называется D-Price. Да, мы заходили к нему пару раз, честно говоря, покекать, потому что он там разгоняет какие-то приколы про металлы, а вы все сами знаете, как я отношусь к этим трушным металлам и так далее. Но кекали мы над ним, но вот в итоге интересную фишку я подметил, которую я, собственно, решил у него взять. Вот, потому что, ну а почему бы, собственно, и нет. Он там делал топ-10 групп определенного жанра. Например, там трэш-металла там, или блэк-металла, да, на Ютубе, которым предлагает, там, например, по популярности. То есть самые популярные 10, там, например, клипов или песен из определенного жанра. И я подумал, а ведь в Вики, наверное, вообще никто так не делал, да? И почему бы, собственно, мне это не сделать? Так что да, спасибо D-Price как бы за вот такую вот фишечку. Я немножечко подрезал, но я сейчас ставлю на него ссылочку. Если вам интересно, опять же, вот эти трушные метулы, можете зайти, посмотреть его. Я как бы вообще не против вот такой рекламы. Вот, но я решил по Visual Kei сделать, потому что не было такого у нас. Единственное, тут немножко сложнее, потому что Visual Kei, сами понимаете, это не жанр. Это не какой-нибудь там, опять же, трэш-метал, блэк-метал или что-то подобное. Visual Kei — это что-то общее такое, поэтому даже вот введя на Ютубе просто Visual Kei и самую популярную галочку поставив, я сразу наткнулся на миллион видосов просто каких-то рандомных каналов, да, всякие там топы, опять же, 5-10 моих любимых групп, какие-то там еще инсайды, не инсайды и так далее и тому подобное. Так что сегодня я возьму топ-10 именно клипов, причем, возможно, даже не с официальных каналов, а вот именно топ-10 клипов групп с названиями треков. И вот пробежимся, посмотрим, сколько у кого там, опять же, собрано, и что это, собственно, будет за группы, что это будет за клипы, потому что, на самом деле, достаточно интересно. Да, это в основном будет не с официальных каналов, потому что просто вбив Visual Kei в поиск, вы не найдете там, например, официальные каналы, там, газет, Дирингрей и так далее. Ни в коем случае. Но, с другой стороны, я вот человек, которому только что объяснили, что вот есть такое вот явление, как Visual Kei, да, и я пошел вбивать его на Ютубе, потому что мне стало интересно, на что я могу наткнуться в плане именно музыки, в плане именно каких-то групп, а не просто видосиков. Я же не знаю название групп там определенных, да, или что-нибудь такое. Я вот просто вот первым делом решил вот узнать это вот так. Так что давайте, да, это немножко топорный, немножко тупой способ, так, наверное, никто не делает, но если вдруг так кто-то делает, вот узнаем, как люди находят группы и какие группы они находят. Короче, надеюсь, я сейчас сильно не задушнил вот этой всей вставочки всем этим интро, потому что как бы да. Да, также еще, естественно, хотел еще кое-что лично от себя порекомендовать. Для тех, кто любит Visual Kei и сидит в сети ВКонтакте, вот появился относительно недавно очень крутой паблик, называется он вот так, Inside Visual. И тут достаточно много всяких новостей, много всяких вот именно релизов укладывается. Вообще, в принципе, достаточно много информации в очень интересном и красивом формате. До этого я таких пабликов, честно говоря, в последнее время не видел, опять же, ни в Вики, ни в ВКонтакте, блин, в ВК, это, кстати, забавно очень. Так что да, вот всем советую, если, опять же, сидите в этой соцсети, подписаться сюда, ну, как минимум зайти, потому что тут много чего, тут также еще вот делают вот такие прям большие
статьи со всякими там вот именно штуками, так что обязательно-обязательно заходите. Я лично там сижу, посматриваю, частенько даже что-то для реактов себе там что-то отмечаю, так что им огромное спасибо. Вот такая вот реклама, но не просто каких-то левых чуваков, а вот именно целенаправленно по нашей тематике, так что да, добро как бы пожаловать, если зайдете. Вот, а теперь переходим, собственно, к ролику. Итак, начнем. Самым популярным роликом на Ютубе, если ввести Visual K, и мы не берем джемы, мы не берем всякие реакты и все такое, выводится прям буквально на первой страничке клип группы The Gazette, The Invisible Wall. Full PV, это с канала Seishin, не знаю. Там 9 815 349 на данный момент просмотры, начиная с 13 августа 2009 года. Это дохрена, я вам хочу сказать, учитывая, что это неофициальный канал. Вот. Не самое лучшее качество, всего лишь 480, по-моему, есть клип с Invisible Wall. Это один, наверное, из самых крутых, уж точно один из самых крутых треков, хотел сказать, один из самых крутых клипов газет. Мне кажется, есть он с куда качеством получше, но вот именно почему-то его просматривают почти 10 миллионов. Так что да, газеты вот так вот на первом месте у нас по просмотрам, хотя даже не с официального канала. Так, мы едем дальше, и следующим буквально после газеты у нас Версали и их трек «Маскарад» вместе с клипом. И, кстати, в отличие от газет, которых просто перезалили куда-то в плохом качестве, здесь у нас официальное мюзик-видео с хорошим качеством, 1080, и собрало оно, конечно, не 10 миллионов, но, тем не менее, почти 2, 1 миллион 874 288 просмотров, начиная с 31 марта 2016 года. Очень неплохо для официального клипа Версалей, да, они достаточно известны, но все-таки, наверное, не такие известные, как те же, например, газеты, да? Поэтому я считаю вполне себе неплохие цифры, опять же, учитывая, что это все-таки официальный канал, и мы их можем найти по именно просто Visual K. Возможно, возможно, кстати, вот теперь можно немножечко камень в мой огород кинуть и сказать, что их в Visual K надо было обязательно упомянуть в моем ролике. Может быть, может быть, но как бы ладно. Продолжаем наш топ, и буквально следующим же сразу же видосом после Версалис у нас идет Дадарома, моя любимая, с треком, который я, возможно, сейчас неправильно скажу, называется он Ризури Сакасо, наверное, а может быть вообще не так, но это, да, достаточно известный клип с известным треком, вот, и опять же не с официального канала, с канала, вот, я, наверное, просто в видосе покажу это название, не знаю, как это прочитать, если честно. Тут немножко поменьше, тем не менее, не так много отстает, опять же, как, например, Версали от газет. Тут 1 385 277 просмотров от 19 сентября 2016 года, что тоже достаточно неплохо. Тем более для Дадаромы, которая группа все-таки четвертой волны относительно, ну, то есть для кого-то, может, уже старая, но для меня все еще относительно такой не старой группы. Так что Дадарома молодцы, как бы в этом плане вот тоже хорошо, что по Visual K находятся именно они. Именно они сами знаете кто. Вот, в любом случае, окей. Продолжаем путешествие по топу Викея, и у нас опять Дадарома. Дадарома с Masturbation. Ну, я думаю, этот трек вообще все прекрасно знают. И по названию, как минимум, он интересный, скажем так. Ну и опять же, клип. Вот это все, наверное, самый известный трек Дадаромы, на который, как минимум, точно новички натыкаются. Он, кстати, с канала, опять же, вот этого неофициального. Тут уже даже нет миллиона, но, тем не менее, 708 433 просмотра с 23 мая 2017 года. Наверное, я бы все-таки, наверное, Masturbation на первое место поставил, нежели предыдущий трек, который был до этого в плане просмотров. Мне кажется, про этот трек вот знают больше людей. Ну, как мне казалось, опять же, возможно, смотрят все это с официальных каких-то источников, а не вот так вот, как я сейчас решил посмотреть. Вот, однако, в любом случае, круто, что этот трек есть, ну, или трек с клипом есть вот в топ-5, наверное, да? Первого, что ты можешь увидеть на Ютубе просто по популярности. Так что, да, Дарома, еще раз молодцы. Yeah.
Продолжаем, и тут у нас внезапно такая уже не совсем известная группа, я вообще не знаю, как она сюда попала, но тем не менее группа Blood с Sweetest Disease, трек называется, в скобочках же написано Japan Gothic J-Rock Visual K. Ну вот опять же, вот эта типичная ошибка новичков, которые не отличают, например, какую-нибудь готику, да, Visual K и так далее. Тем не менее, группа вот такая вот собрала аж 677 725 просмотров от 8 июня 2007 года. Да, это давно. Тем не менее, вот в такой топ-5, получается, она у нас заходит, да, именно вот клипов, треков, которые можно найти по названию Visual K просто в запросе. Так что внезапно, да, конечно, если вы, например, вот из 23-го года, как я сейчас, вам будет крайне сложно смотреть в эти вот 240, но тем не менее, как бы мы в свое время выживали как могли, вот в эти 2007-2010 года, дай бог, было 480, я вам скажу. Так что, ну вот как-то так, можно приобщиться вот к такому вот немножечко алтомовому Викею, потому что, да, газеты там, Версали, Додорома, все хорошо, но вот это вот уже что-то из той серии. Так что, ну, почему бы нет, вот такая вот внезапность. Так, нашу вторую пятерку в топе открывает Ди и их трек «Акаки Нинцю Ниёру Бансаки». Наверное, неправильно опять сказал. Это ПВ Type A. Ди прикольные, Ди офигительные, Ди, опять же, достаточно, на самом деле, известная группа, и вот так вот в топ, опять же, этой десятки, вот такой внезапный, своеобразный, вполне себе могли попасть, тем более вместе с Версалями, я их в свое время считал такими похожими немного группами, так что почему бы и нет. Я, честно говоря, не помню, я смотрел даже этот клип или нет, по-моему, да. Это с какого-то, опять же, неофициального канала Муртем. Собрали они у нас 615 тысяч просмотров, 808. Странно я сказал, но, надеюсь, вы поняли. От 18 августа 2010 года. Ну, в целом нормально. Почему бы нет? Опять же, скорее всего, тут будет история, что вы увидите Версалей, вы увидите Ди, и вы такие типа, Visual K, он, наверное, типа вот такой вот весь разноперстный, в эти платья, да, вот эти вот метулы и так далее. Но я бы так, наверное, сказал, если бы там не было Додоромы, да, с нормальным музоном. Опять же, сейчас не говорю, да, что вот этот у Ди, у Версалей плохой музон, но у них прям такой металл-металл все-таки, да, примем. И что зачастую люди заходят, смотрят на все это и такие, ну это типа какие-то готишные металлисты. Хотя на самом деле, естественно, мы в VK совершенно разную музыку слушаем, играем и так далее. Так что, нет, Ди имеет место быть, но хорошо, что тут не только Ди и Версали. Дальше на седьмом месте у нас новички, внезапно Лурика, или как они там правильно называются, опять же в названии увидите, их трек Strange Rabbit, это трек этого года, 23-го, 12 июня он вышел и набрал уже практически 300 просмотров, на данный момент 292 074 просмотра, и достаточно хорошо. Я смотрел его на реакции, если интересно, можете, опять же, вбить, найти. У меня, я достаточно хорошо о них высказался, в том плане, что они были похожи на Додорому, но, тем не менее, достаточно неплохая группа, интересная, как бы, с совершенно хорошим современным звуком и так далее. Так что из новичков имеет место быть, опять же, дай бог. Так что молодцы, что хорошо собирают. Да, и это с официального канала, что еще больше, как бы, меня, собственно, опять же, радует. Что с официального канала вот так вот по Викею можно что-то найти. Так что супер, что есть вот в этом топе хоть какие-то новички. Вот именно новички с их каналом, с их вот именно современным узлом. Так что ура, хотя бы что-то нашли, будем смотреть, что у нас там дальше. Так, после достаточно долгого пролистывания каких-то рандомных видосов про Visual K попалась группа Арлекин и их трек In The Mirror. И да, естественно, наконец-то я прям ждал, будет ли сегодня или нет, наш любимый Саб Эспанол. Если вы не шарите за Саб Эспанол, то вы никогда в VK не слышали, ребята. Вот, так что передаю всем пламенный привет, кто за Саб Эспанол. Короче, с какого-то канала Zero X Subs, посмотрим, сколько у них там, 14 тысяч на самом деле всего.
всего лишь 14 638 просмотров от 31 августа 2020 года. То есть, понимаете, да, какая вот разница прошла от вот предыдущего, где там еще что-то было, да, по просмотрам нормальное, до вот буквально 14 тысяч. Ну, это камон, типа, это маленькие очень цифры. Тем не менее, полноценный все-таки клип, достаточно новый все-таки группа, я считаю, Арлекины такие тоже. Вроде бы они из четвертой волны. Тем не менее, я их не особо люблю, но хорошо, что они... Тут есть, они тут есть. Кстати, я прям даже вижу сейчас оригинальный, по-моему, их клип, или не вижу, но там прям намного больше просмотров, опять же, с официального канала Арлекинов и так далее. Так что я не совсем еще понимаю. Да, это сабы с панолы, с сабами и так далее, но в целом это немножко странная история. Кстати, кто шарит за сабы с панолы, прям вот именно шарит, можете, опять же, под этим роликом отписаться, что это вообще такое, для чего это нужно. Ну, кроме того, что это типа просто субтитры, да, но почему нельзя, например, те же субтитры, например, просто включить на Ютубе, я вот никогда это не понимал. Однако, такая вот история есть, и очень много клипов, на самом деле, которые официально нет на Ютубе, вот под таким вот именно саб испанол, не испанол там вот есть. И зачастую мы именно такие треки и клипы и смотрели. И сейчас тоже, собственно, и смотрим в VK-тематике. Так что да, ну вот, короче, вот такие вот внезапные Арлекины на 8-м месте. А на 9-м месте у нас такие тоже относительно немножко старички, Фантасмагории и их трек Хикари Нифуру Аме, наверное, так он называется. Тоже Visual K-Cut какой-то его залил, 12 тысяч просмотров, 169 от 6 марта 2020 года тоже. Но Фантасмагория — это такая группа, которую хрен найдешь, по-моему, сейчас на Ютубе, поэтому прикольно, что это существует, и прикольно, что это можно найти по запросу Visual K. Опять же, Фантасмагория достаточно такие в свое время были чуваки, про которых надо было знать. Тем более Кисаки, если вы не знаете ничего про Кисаки, то вы ничего не знаете про VK, скорее всего, и Undercode, и вот это то, что я иногда там рассказывал на моих последних реакциях. Так что, если интересно, вот этот весь более метальный, более тяжелый и так далее, вот Visual K, то вам немножко надо прошарить про эту группу и про их басиста в частности. Я же ничего не попутал, он же был басистом, да. Вот, так что да, Фантасмагория, хорошо, что она в этом топе есть. Вот, клип, кстати, официально он вообще, по-моему, 10-го года, если вот, опять же, ничего не попутал. Но, тем не менее, обязательно посмотрите или вот этот, или найдите в качестве получше. Советую, как минимум, ознакомиться с этой группой и, в принципе, вот со всем этим всем. Вот. Ну и закрывает наш топ-10 группа Крат. Или, может, она как по-другому называется. Честно говоря, я их никогда не слушал и особо даже не видел. Хотя вот именно название, помнишь, такое было. Трек Planned Man называется. Full PV, Visual K 2015. Visual K Forever его, собственно, и залил. Всего лишь 11 тысяч просмотров, 945 от 2 ноября 2015 года. Маловато, но, опять же, типа, пусть будет. Я такую группу никогда не видел. Вот, собственно, после даже вот этого видоса с ней ознакомлюсь. То есть вот такое вот у меня... открытие какое-то даже в собственном видосе произойдет. Так что прикольно, посмотрим. Ну, зашибись. На самом деле неплохо, такие не совсем обычные. Да, вначале, естественно, были газетки, вначале были Версали, вначале были Додоромы. Вот, но тем не менее, дальше пошло что-то такое более интересное. Опять же, даже Фантасмагория, вот эта вот группа. Я, типа, если бы только начинал слушать Visual Key, скорее всего, бы немножко удивился. Хотя это не с официальных каналов там что-то, ну, большинство. Но тем не менее. Ну что, вот мы и посмотрели топ-10 вот именно клипов, треков, если ввести просто Visual K в поисковике по популярности просмотров. Потому что, естественно, там много видосов и реакций, и просто каких-то топов любимых групп, джемы всякие и так далее. Но я считаю, что это не совсем правильно это именно с этого начинать смотреть, потому что в джеме зачастую попадаются просто J-Rock группы и какие-то рандомные группы, похожие по стилю. То есть я помню, у них Visual K какие-то просто
просто металкорщики попадались, я такой, типа, что вы тут делаете, здравствуйте. Ну, вот, тем не менее, я все-таки считаю, что надо именно смотреть по клипам целенаправленно. Да, естественно, это не официальные клипы, то есть большинство у нас залито просто какими-то рандомами, сабиспанолами и так далее, но хотя бы так, с этого тоже можно начать, я считаю, чтобы просто вот именно оценить, что такое Visual Kei, как он звучит, как он выглядит именно, а не смотря какие-то видосики там у каких-то, опять же, блогеров, не блогеров, да, и их мнение. По поводу топа, что я хочу сказать, в целом нормально. Там были газетки, а газеты, я считаю, очень хорошим входом в Visual Kei, в принципе, так что очень хорошо, что они на первой страничке сразу есть. Вместе с ними Версали, как бы, это тоже супер, потому что есть другая сторона Visual Kei, такого типа более метального, более такого пышного. Вот, там же есть Ди, собственно, и Фантасмагория, вот эти три группы, такие вот именно с большими вот этими костюмами, платьями, да, и то, что вот зачастую думают про вот эту готику, и так далее. Пусть оно будет, но хорошо, что здесь не только вот такое. То есть есть газеты, есть додоромы, есть какие-то новые группы, вот опять же Лурика есть, Арлекино, это очень хорошо. И какие-то малоизвестные, ну, может, в своих играх не такие малоизвестные группы, вот опять же тот же Blood и вот этот Крат, но тем не менее, что не только супер что-то популярное. То есть мне вот это тоже позабавило. Очень хорошо, что тоже это есть и существует, если просто вбить Visual Kei, собственно, в поиск. Ну, короче, доволен ли я топом? Не знаю. В целом, наверное, да. С другой стороны, опять же, вряд ли кто-то, наверное, вот так вот ищет Visual Kei, но если вы так будете искать, то, в принципе, вы наткнетесь на достаточно неплохие темы, и я в целом как бы согласен. Да, естественно, тут нет Дирин Грей, например, да, тут нет, опять же, старичков всяких там, Бактиков, Лунаси и так далее и тому подобное. То есть тут вот именно самые популярные, что вот у нас всегда были самые популярные газеты, там, Версали и так далее, вот они как бы тут есть. С другой стороны, опять же, если вы хотите просто зайти в Wiki, да, и начать его с этого слушать, то вполне себе могу порекомендовать слушать их вот именно с этого. Кстати, еще помню, на моем самом первом стриме на Ютубе меня спрашивали посоветовать несколько групп, с которых, собственно, можно начать вхождение в Visual Kei, да, с чего начать слушать и так далее. Вот, я собирался даже делать ролик на эту тему, но потом подумал, это все такая субъективщина на самом деле, поэтому давайте я просто в этом ролике быстренько скажу. Опять же, лично мое мнение, с чего стоит начать и с чего лично я начинал. Я лично считаю, что вполне себе в Visual Kei можно вот именно хорошо зайти, опять же, с группы The Gazette. Это великолепная группа, которая совмещает как бы весь вот этот визуальный стиль, да, привлекательный, и при этом как бы достаточно прикольную музыку, причем разнообразную музыку, естественно, тяжелую. Вот. Если же, опять же, со стороны более вот чего-то такого готишного, то те же самые Версали, Ди, вот опять же, вот все, что было в этом топе, это хорошо показано. Если что-то более современное, то это вот Додорома, это Nocturnal Bloodlust, если вы дыркорщики. Так что вот с этого можно, в принципе, начинать. Но если вам хочется вот именно что-то более такое, даже не более интересное, а что-то вот не такое вот это современное, не рок и металлы, то Лунаси, Бактик и, собственно, Ларкенсель, вот эти три группы великолепны. Причем любую из этих групп берите и начинайте слушать их. И проникаться, собственно, Visual Kei, а потом даже не только Visual Kei, а в целом японской музыкой. Почему я не советую X Japan? Потому что они играли прям жесткий такой heavy metal в начале, а потом началась какие-то вот эти вот сопли на полчаса от Йошики, я, честно говоря, не могу это советовать, потому что мне это вообще не нравится. Я с этого Visual Kei не начинал, хотя знаю, что многие из X Japan начинали, но вот их я советовать не буду. Опять же, кто их любит, кто их слушает, как бы дай бог вам здоровья, но вот я не могу их советовать, потому что я считаю, что это все-таки немножко другой, странный порог вхождения. А вот газетки, Версали, Додорома и вот все, что я перечислил, да, вот с этого типа вполне-вполне. Ну и еще сам скажу быстренько, что лично я вообще начинал-то на самом деле не с газет. Когда я вообще всю эту тему начал любить, у меня был великолепный Гакт и великолепный Хайд потом внезапных. То есть Хайда я еще люблю с тех вообще давних времен, когда я даже не знал, кто такие Ларкенсель. И я вот сначала слушал их, а потом я уже, собственно, рассказывал, как я прошел на какой-то джирок-конвент.
И там увидел Alice Nine, и я такой, нифига себе, что за приколы. И пошел их искать. И когда я искал Alice Nine, я нашел еще такие группы, как Lynch, такую группу, как Oz. И, по-моему, была такая группа, как Rest in Peace, или как-то такая, про нее вообще никто не знает. И потом я нашел Alice Nine, и потом мне попался Рейд с его великолепной повязкой на носу. И я такой, что это, кто это, интересно. И, собственно, да, это были The Gazette. Вот с этих групп я начал слушать. А уже потом, в дальнейшем, я открыл для себя Dispatch Ray и вот Dorian Gray. Dorian Gray я вообще сначала не полюбил. Так что это вот топ-5 групп, с которых я начинал слушать, вот я вам перечислил. Можете тоже с них попробовать, они вполне себе тоже хорошо заходят. Но один моментик. Я тогда был заядлым металлером, то есть я прям хотел слушать металл, металлкоры, вот это все. Так что, опять же, если вы хотите послушать что-то такое более постпанковое, что-нибудь более попсовое и так далее, то это немножко другое. То есть тут я говорю более такого вот именно от лица металлера. Вот, но тем не менее. Короче, вот такой внезапный ролик получился, опять же, без сценария, потому что, говорю, сценария не хотел писать, потому что тут группа, про которую я сам не знал, я не смотрел, вот я буквально начал делать этот ролик и прям решил просмотреть, что там, и сам был, кстати, удивлен, той же Фантасмагории, например. Вот, тем не менее, прикольный вроде топик получился. Что, делать такие видосы, может быть, на какие-то похожие темы, опять же, по тематике Викея, не Викея, может быть, и, кстати, не только по Викею такое сделать, или же это какой-то бред. Потому что, с одной стороны, никто не будет, на самом деле, так делать, то есть... Естественно, я бы не пошел на YouTube, не водил бы просто Visual Key и не смотрел бы подряд все клипы. А с другой стороны, а может быть так и надо, может быть так и надо. Короче, пишите, опять же, ваши мысли насчет этого, типа, как вам вообще ролик и так далее. И, кстати, огромное спасибо за... то, что посмотрели, за то, что нагнали так много просмотров на мой ролик, в принципе, в Visual Key, потому что я был, честно говоря, рад первой его 1000 просмотров, но сейчас он уже там близится, по-моему, к 5000. И это охренительно, хочу вам сказать. Хорошо, что люди смотрят, хорошо, что люди открывают для себя Visual Key, и вообще, что это хотя бы немножко в массу приходит. Я это делал ролик не для того, чтобы он стал супер популярным или чтобы мой канал стал супер популярным, а исключительно из-за того, что хотел, собственно, вот наш любимый Visual Key просто показать всем, что оно такое, да, зачем, вот, собственно, как в этом ролике и написано, с чем его есть и так далее. Так что всем огромное спасибо, кто его посмотрел, это очень-очень приятно. Будем потихонечку делать еще ролики, опять же, и сценарием, и без сценария, вот такие вот внезапные, так что, да, так что ждите, постараюсь, может, до конца года еще что-нибудь сделаю. Ну, а тут, в принципе, наверное, все. Всем спасибо, кто посмотрит. Ссылочки в описании. Нравится, не нравится, сами все знаете. Не знаю, что еще сказать. Вот такой вот внезапный топ-10 получился по Викею, но немножко необычный топ, да? Так что, окей. Короче, все, наверное. Всем еще раз спасибо, и я пошел. Пока.